С 18 по 20 сентября в Шетском и Жанаркинском районах планируется проведение информационно-культурного каравана «Жастар Жастарга». Представители органов внутренних дел, здравоохранения и просто молодые активисты на протяжении 3 дней будут оказывать поддержку по актуальным вопросам сельской молодежи. Информационно-культурный караван будет проводиться в поселках Аксуа-Юлы, поселке Сакина-Сейфуллина, Сафо-Санталы и Атасун, целью которой является оказание информационно-методической поддержки по актуальным вопросам сельской молодежи. В программе предусмотрено проведение семинаров-тренингов по профилактике правонарушений среди молодежи и формированию здорового образа жизни, говорят организаторы. Молодежный культурный караван «Жастар Жастарга» в этом году традиционно отправляется в Шетский Жанаркинский район для того, чтобы основная цель данного культурного каравана – это разъяснение, пропаганда и реализация программной статьи главы государства 20 шагов к обществу всеобщего труда, а также немаловажный государственный документ для молодежи нашей области – это интерактивная лекция Нурсултана Абишевича Назарбаева. В части данной встречи в 6 поселковых округах 2 районов будет говориться о проблемах молодежи, которые живут на селе. Как отмечает организующая сторона, в караване примут участие представители Департамента по защите прав детей, Департамента внутренних дел Карагандинской области. Мирамгуль Салкимбаев, Олжас Габбасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.